Гранты и субсидии на развитие собственного бизнеса. В Хакасии этим, пожалуй, уже никого не удивить. Государственная поддержка до 3 миллионов рублей. Только в прошлом году воспользовались десятки предпринимателей. На что потратили полученные средства, смотрите прямо сейчас. Строительные фирмы, транспортные предприятия. Среди номинантов на получение грантов, бесспорно, лидеры по значимости предприятия социальной направленности. Так, оптика Хакасии в 2012 году получила сразу 700 тысяч рублей. На эти деньги фирма открыла новый лечебный кабинет. Наше предприятие существует с 1975 года, то есть уже 38 лет. И на протяжении этого времени мы оказываем целый комплекс услуг, таких как диагностика зрения, подбор контактных линз, изготовление очков. А сейчас, в настоящее время, мы открыли кабинет лечения зрения на деньги, полученные от правительства Хакасии в виде субсидий. Правительственную поддержку оптика Хакасии получила впервые, но уже на деле ощутила эффективность программы. Несмотря на то, что предприятие на региональном рынке далеко не новичок, но даже ему не по силу было в столь быстрые сроки закупить дорогостоящее оборудование. Выгоде от вложенных средств осталась и республика, ведь у жителей региона появился шанс не только пройти наблюдение, но и получить лечение. В большинстве случаев крайне необходимое, ведь услуги окулистов в Хакасии более чем востребованы. По данным медиков, больше половины школьников Хакасии сегодня нуждаются в наблюдении окулистов. Проблемы со зрением в подростковом возрасте чаще всего последствия компьютерных игр. Высокое напряжение глаз может в конечном итоге привести к близорукости, если вовремя не остановить болезнь. Проблемами со зрением как раз-таки и занимается новый кабинет в оптике Хакасии, открытый на правительственный грант. Основные пациенты – дети и подростки. Те, кто в силу своего юного возраста смогут после лечения видеть лучше. После компьютера, после зрительной нагрузки. Да, снижается зрение, устают глаз. Вот эти аппараты помогают. 4 аппарата на аккомодацию мышцы глаз. Другой МакДел у нас аппарат. Облучение происходит бесконтактное, цилиарная мышца. Также улучшается кровообращение. При условии, что дети, если будут лечиться 2-3 раза в год, острота у детей повышается, запас аккомодации тоже улучшается. Зрение становится не только лучше. Зачастую юные пациенты после таких процедур отказываются от очков и линз. Или, по крайней мере, останавливают запущенный минус. Ограничиваться одним лечебным кабинетом оптика Хакасии не собирается. Есть планы на будущее и весьма перспективные. Открытием такого кабинета лечения, во-первых, расширилась клиентская база. Теперь мы можем обслуживать больше детей, потому что данный кабинет направлен именно на лечение детских дефектов зрения. В этом году оптика Хакасии не претендует на гранты и субсидии. Немного изменились условия конкурса. Однако при первой возможности, уверяет руководство, предприятие не упустит шанс вновь стать соискателем финансовой поддержки. Вложить деньги в медицинский, пусть даже и бизнес, и снять острую проблему региона – нехватку окулистов. Совет по экономическому развитию решил этот вопрос в пользу предприятия. Для республики главное приобретение в этой ситуации – в копилку региона добавился еще один надежный налогоплательщик.